Добрый день, уважаемые зрители. С вами доктор Константин. Сегодня у нас онемение ног, либо онемение нижних конечностей. Что это такое? Это прежде всего дискомфорт и потеря чувствительности в ногах. В правой и левой, либо только в одной. Нам сразу говорят, западная медицина – это сосудистая система нижних конечностей и потеря, то есть, скажем так, патология сосудов и патология нервных, либо нервов нижних конечностей. Сразу мы внесем немножко свою лепту. Это состояние позвоночного столба. Нужно обратить прежде всего на него внимание. И помните, что позвоночный столб является хозяином всей центральной нервной системы. На физическом уровне, не путайте тонкий энергетический и физический, на физическом уровне состояние позвоночного столба — это состояние нашей центральной нервной системы и всех органов системы одновременно, воедино взятое, на физическом уровне. Я извиняюсь. Ну и, конечно же, состояние меридианов. Почему-то нам же никто не говорит в западной медицине. И вот люди лечат онемение ног, борются с этим дискомфортом, посещают массажные кабинеты, растирки, мази, сосуды чистят, как там сейчас, ой, столько что, выпил там эту настойку, сосуды прямо утром встал. Да-да-да. А в каком состоянии меридианы? Это мы показали только один, пожалуйста. В каком он состоянии, не знает человек. А тут еще помимо этого 5 меридианов проходит. Тоже человек не знает. Итого 6 меридианов по нижним конечностям, 6 меридианов по верхним конечностям. И нам нужно знать, в каком состоянии и меридианы верхних конечностей, и нижних. Почему? Вот смотрите, меридиан сосудистой системы находится на верхних конечностях, на руках. Уже нужно знать. Меридиан тройного обогревателя контролирует всю энергетику, находится на руках. Нужно знать. Меридиан толстого кишечника, который контролирует нижние конечности, находится на, понятно, да, на руках. Вот уже 3 основных меридиана, которые контролируют нижние конечности, находятся на верхних конечностях. Потому диагностика 12 меридианов у всех тех, у кого состоялись уже болезни, связанные с проявлением онемения нижних конечностей, либо онемения ног, просто вам в помощь. При всех воспалительных процессах в меридианах нижних конечностей данная точка расслабляется. При всех слабостях, вялостях нижних конечностей данная точка тонизируется. А также расслабляются и тонизируются те меридианы, которые воспалены и слабые. И диагностика 12 меридианов, поверьте, это покажет вам. Единственное, но вам нужно восстанавливать эти меридианы. Сколько уйдет на это время, я не знаю. Вот сколько формировалась болезнь, как я всегда говорю, умножьте на 2, и через это время вы станете вполне здоровым человеком, если будете восстанавливать свои меридианы. Если нет, пожалуйста, западная медицина вам в помощь. Спасибо за внимание.